Позвал Луи. 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 Точно. Хорошечно. А, давай. Так. А что ты, Илюха, говоришь, у нас в этой есть оперативка, да? Да. Что по цене она? Да то же самое, даже дешевле есть. Короче, за 2,5 можешь взять на 4. Надо будет сходить посмотреть. Там написано было то, что с 28-го только. Что с 28-го? В смысле? Привезут. А? Не, мне, блядь, сейчас... Степуха, то придет еще через неделю. Сегодня только бумажки все отправили. Поиск. Через неделю. На Новый год, что ли, Степуха? Ну. Так, че, куда? Блядь, в Ориджине один Sims, блядь, и футбол, и ботва. Давайте так. Занимайте дальше. Вверх. Что, Костя, крючки или сноуты? Давай, крючки лучше. На крючках? Да. На крючках там прям все подряд, да, сметание. Dead Space, это про чё? Dead Space? Это знакомое. Dead Space, это надо. А, Dead Space, мёртвый космос, это здесь. Она... Третья часть вроде только можно вдвоём играть. Можно. В третьей играл, мне там хрен. Ой, как хорошо. У меня я, тумбочки на воздухе стоят. У меня, блядь, вообще нахуй дома. Да, у меня такая же фигня. Вот, через свету перелез. Бля, я вообще... Вот у меня лежат нахуй. Чё-то аптека, нельзя взять. Патроны с магазином, нахуй. Лестницы такие гладкие, нахуй, тонкие. У меня вообще лестницу сниму. А нормально. Да. Попай, блядь, да, прорисовывайся. Да, да. Да херня. Не называй херню херню. Что не называй? Мяу, мяу. Да, блядь, мы к тебе не придем. Мы тебе не помогаем. Не помогаем. МКшка, МК, нужна? Не, я могу взять. Поставь точку. Здесь. А, на, тут джишка еще есть. Так, мы на крючках, это значит хорошо, это значит можно брать все, что хочешь. Так, что мы видим? Патроны на дробовик беру. Патроны на ПП беру. Глушитель для дробовика беру. Вдруг пригодится. Беру все. А потом опять, блять, а тебе места нету. Ба. На крючках же самый большой этот портфель, да? Ты снова прав. Бля, я сейчас прыгаю с дома, не понял, чё, блядь, дельтаплан не открывается, нахуй. Я такая же хуйня, но я уже к этому привык. Потому что он не открывается. Кому нужна МК? Русик разбился сегодня, блядь. Блядь, чё такое, да, хуй. Парашюта-то нет, блядь. Прилетел только за спиной. Еще одна МК. Есть куб прицела. Могу тебе это дать танк. Не, хотя бы 2х нужен. На снапа что? Ну. У меня у самого один только 4х. Да, ща. Че нету? Пацаны, нужен кому-нибудь компенсатор на ПМ? ПМ?
БМ? БМ? Да. Пистолет Макарова? ПХ. Так что, нужен кому? Неизвестная хуйня нужна, кому не нужна. О! Мы еще на половину. Итак. Так, знаете, что надо? Нужен магаз на снапу и... БЛЯТЬ! Я думаю, что за хуйня, почему у меня на снапе 4x не открывает? Оказывается, я его нахуй на ПП... Ой, на П... Да, на ПП на поставил. Бля, почему я в машину врезался, а она не, даже не двинулась? Жизнь боль, когда машина не дружит с тобой. А вот куда? Мимо куда пошел? Там все залутано, понимаешь? А вот здесь нихуя не все. Подожди, вот эти дома, как я понял, ни ты, ни я не утали, да? Че, куда? А, да. Бутылку? Ну, бля, это твой план. Костя, а мы куда сваливаем? На бутылку. А мы поняли, куда ты сейчас пойдешь? Нет, на теперь бутылку. Заткнись. Это как знаешь, банана? Кто стрелял? Я. Магазин на... Короче, на ПП нужен. Наверху надо магаз. Блять, нет. На снапа надо. Окей. Не, не надо, мне тоже. Да есть. Вы уже хотя бы двухкратник. И все. О, так даже лучше. А если в воду с высоты упасть, что будет? Бля. Не упасть, а упасть или нет? Упасть. Я пошел проверю. Кто со мной? Фух, нихуя даже КП не снял. Я успею, я успею. Ага, а если мы сейчас, блядь, разобьемся? Вот сейчас прыгай. Ты дурак? Пиздец. Не поймем, блядь. Как будто в говно приземлили. Смотрю, какая прозрачная вода, нахуй. Отвалился. Это потому, что я в нём достал. Да, вот видишь, пятенка жёлтая, да. Что, ещё хочешь? Место такое козырное. Закоское, да? Что говоришь? Зыковская. Нет, не Зыковская, а Козыкная. Это как мы с тобой, помнишь, что мы, Костя, играли в темной карте? Я, блядь, в прицел вхожу, нахуй, чувак сидит в тачке. На заднем сиденье. Я ему, короче, в шапку, нахуй, звал. Едем, едем в соседнее село. Вот люблю эту машину, блядь, сука, одно дерево нахуй, я на нее уезжаю, на этой тачке в него обязательно буду. Блядь, давай пересаживайся. Давайте типа подходимся. Костя, чё он ебло фонит? Кто вышел? Да, постоим здесь немножко.
поймал, получим. Блять, что у меня в просадку идет? И вот только у тебя. Там люкая. Вау, обалдело. Все. Сейчас. Ты что, ушел? От него, бля. Бля, сука, олень по жизни. А где он? Куда? Ты хочешь на кого-то доебаться? Такое ощущение, что мне не доедет. Да вот видишь, да, он впервые очень по отношению жестко. Да, короче, сам. Да, ну давай пешком, ну на, там что-то, блядь, бензина высыпь, бензина мало. Тормоза еще, блядь, работают через. Нормально, там, блядь, цепи отбил. Вон он. Кто там? Аир. Ну, Аир, ищи, блядь, противника. На вражину нужно. Блядь, Аир, да иди там нахуй, тебе найдет. Так, это склады, да? Ну да. Ты сейчас еще раз рыгнешь микрофон, блядь. Лучше пизды. Блядь. Смотри, Костя сейчас на первого пиздюля, блядь, будет выебываться. Потом сгорит, пойдет. Ой, слышь, у меня просадка жесткая. А у меня тоже. Они заебали, они добавляют эту лучшую карту. Вот там справа бегут. На три езды. Вон там? Да, где-то там они бежали, вот где-то вот тут. Вон. Вон, еду. Блядь. Не, не стреляем. По зайчика. Костян, ты что делаешь? Сзади сайт снайпер бежит. Последний. Ну-ка, тыкни их. Вон. Там Костя пизде получает. Костя, чё молчишь на? Нет. Я Костя. Пикай. Давай, пикай. Мы выйдем сами, кто увидим. Костя, где они? Вон он. Илюша. Блядь, за дерево, там где-то. Вон, вижу. Я подо мной тело. Да, вот тут вырубил. Я на ствол добил. Дим, подо мной, возьми за ствол. Наири. Блять, опять не свалил. Наири прям стоит. Наири фул. Он убегает от него. Да, сука, блять. Бля, Илюша, право. Да блядь, у меня проседает жестко, блядь, я только пол достану, блядь, просела. Вот он, двое, Костя, троих. Блядь, нас просто свою схватку. До спины. Блядь, я три раза сейчас пол достаю, у меня я пол сейчас нашел.
меня сняли. Если у меня такая же хуйня, то я все наигрался в эту игру. Да, просто какой-то нихуя невозможно играть. Я ствол достаю, блядь, выстрел даю, блядь, и у меня просто нахуй все такое помутнение, понял, все так медленно, блядь. Плавно все так. Как будто, знаешь, кнопочку нажал замедление, блядь. Слишком много народу в одном месте было. Как вы, блядь, сзади-то не услышали? Да нет, это даже когда мы утались, у меня такая хуйня была. Ты комп перезагружал? Че? Перезагрузи комп. А у тебя, кстати, десятка стоит? Нет, семерка. Потом можно... Смысл его перезапускать, если его вот включил так? А, ну ок. Где он отключил? Да. Я позвоню, подожди. Сейчас. Алло. Алло. Алло, алло. Костян. Запускаем бой. Ну чё, набасался? Да. Фингалеты лопнули. Я пошёл за чаем. Давай здание в натуре сделаем вот эти вот это. Не-не-не, прыгай на меня, потом доедем до Дивона, до PlayStation, а потом. А там же сначала Форд. Там без разницы, как бы играть в порядке. Да? Mm-hmm. Что брать? Ключики бей. Доедем потом будем за колонки от Дивона и доедем наверх. Сейчас главное это.
пару домиков затонуть и на тачку сразу. Вот слева три домика, давай там как раз. Бля, просадка пиздец. Че за бред? У тебя отрисовка какая-то. Но пока этот домик не прогрузится, тоже тупит. Бля, это что-то другое. До этого тоже такое же было, что некоторые домики не прорисовывались. Не лагало уже до такой степени. А она уже высветилась, эта картинка? Нет. Короче, нам вот так вот сначала. Я в эту дом, куда? Бля, у меня только ППС еще. Блять, ёлку увидел, напугался, думал, чувак, все. Все, вылезло. Золотно. Вот тачка у меня есть. Что, погнали? Привет. На улицу выходи. Сейчас что, куда? Да? В смысле, а в этот форт мы когда пойдем? Так она уже закрыта будет, зона. Давай сначала в форт. Да куда сейчас сначала? Она едет. Мне кажется,
полтать перехода. Мечтай. Видишь, тачка есть где-то. А чтобы так, если игрою апнуть один уровень, сколько надо все делать? А? Чтобы вот играть, просто играешь и уровень апнуть. Оно засчиталось у тебя? Да, конечно. Даже ручки не ставим. Походу. А вот в голосе зачиталось. Что там, три пункта надо было бьёт?
Да, погнали, все, блядь, не сделал. Второе место выберем. Ты тебя сам провод еще? Да, ну ты хоть сказал. Он сказал, что тебе. Открытую на скетку можно удавить. Посмотри на китайский дизайн. Вон он, просто комбайн. Что, поехали? И задавим. А, нахуй, одного сбил. О, ползет, ползет, на мне прям. На, пой, снайпер. Нет, ты не задавишь. Просто убей, одного я сбил. Там еще над нами летят, далеко, высоко. Ну пох, 9 километров, нормально. Бля, из машины выпрыгнуть не успел. Я вот так направил на них жестко. Если ты взорвался в машине, ты бы умер сразу. А, то есть ты хочешь сказать, я успел выпрыгнуть? Да. О, отмылся. Ребята. Смотри, следующий задание какой. Тоже что-то проехать. Другая, попроще. Эдвейни... Эдвейри. Да, это, короче, вышка. Потом полиция и что там шериф? Шериф Шелтер? Наверное, у меня мёрка просто написано. А ну искрозы надо убить еще. Две пушки. А говори Майн, где он полицейский и шериф Шелтер. Угу. Наверное. Ты охуеешь, где этот шериф Шелтер? Далеко? Нет. А, это вот эта пещера? Ну да. Сейчас, короче, на вышку на нашу, на парусах, а потом Шелтер. Тебе, кстати, награду вчера не давали за 3 карты. Можешь написать это в тот цент, тебе этот вернут награду. Какие 3 карты? Ну, вчера их еще ввели. У тебя сегодня единичка на этой, напротив Лин. Ну, Лин — это баба с кошками. Я фиг его знает. Короче, если единичка, напиши. Потому что щелкнул вчера. Можешь прям по-русски писать. Не обязательно транслейт. Честно, мне нравится задание выбрать. Мастер заданий. Просто 8 лет бесцельно проведенные. Ланейджи. А где этот находится? Переход. Там занято, типа? Чёрный. Видишь, где чёрный? Снизу под нами. Угол такой чёрный. Вот там. А вот здесь примерно? Нет, иди ещё начинай. То есть
может никого не будет, прыгай на ангар, блядь. Бля, и чувак появился. Ну, как появился, так и распаяется. Зона. Бля, я, похоже, пробегал с тех дней. Нет, я скажу. Где это чепушило? Так, мне надо на центр, чтобы этот значок получить. Короче, я сейчас до тачки, на тачке пьёбаю. А ты там тоже чувак там, кстати, сразу. Ну, подвыше. Всё, получим. User joined your channel. Okay. Cool. Good. Не выполняет. Ты чё, блядь, прыгай?
Валим, я его шумно. Там глухой какой-то, там бутылка из коря там, да? Все, давай, погнали. А что, на тачке? Да, почему это человек так не будет? Ну как его опять закрыли? Опять не пошел лучше. Ну урод там вообще будет, да? Сделай пять чуть пораньше. А что за бред? Ты спрыгнул ниже меня был, а сейчас летишь выше. У меня ты выше? А у тебя? Сейчас надо эту херню форсируем, да? На PlayStation. Я сначала попробую Хочешь потом сюда приземлиться? Не, мне кажется, я 2 минуты летать уже. Я засчитаю, что мне тогда можно засчитать. Нет, ну у тебя же тоже процентовое. Что? Да, но он понял, вылезу и сразу же залезу обратно. А не полностью. Осталось 2 литра разъел бандажки. Кого? Не, дай мне вот 4x. Ну, дай мне уже 4x, на обратно. Ты коллиматор там. Да ну нахер. Надо, значит, выбить у кого-то 4x. Люха. Ты это напугал, чё? У вас есть где-нибудь мяско, магазин радиодеталей? Не знаю. Кто? Ну, на радиорынок. Кого? На радиорынок, в Челябинске, я прям подешёв находится в хуйне. А это хуяти? Да, блядь, мне этот... конденсатор один нужен. Где чё? Я не вижу, у меня далеко. Как долго?
Проститутки. Че? Проститутки? Может, к ним сверху прилетим? Все, прилетим? User in your channel was kicked from the server. Вот такие были? Не слышно? User joined your channel. Хер, что ли? Руся, тебя кликнул? Да. Руся, блядь. Видишь, Коль? Сегодня там что, труп, Костя? Да. Есть 4x? Да. Ох, давай. Слышь, Косян. Да, вот ты только пришел, блядь, чувака убиваю, нахуй, открою, у него, блядь, 105 бинтов лежит. 105 бинтов? 105. Где он, блядь, их нашел, я не ему вообще. User disconnected from your channel. Поехали. Да. Ну, такой. Люха, пусть что Дейзи вышла из этой альфа версии, да? Бля, Дим. Я знаю, вообще говорю, я тоже помню. Мне даже не интересно. Просто что-то, блядь, ты уже все, да. Да я брал крипинсонного возраста. На нее, блядь, берут на 1200. Блядь, пиздец. Может, она, блядь, охуенная раньше была. Ты поебей. Что-то слово раньше. Да так было, блядь, у тебя по всех бежать. Ты чё, облетел, что ли? Бля, полетели, может? Через горы. А я рисковать не буду. Блять, тут стрелял по мне, я полетел. Я так и понял. Тогда мы стиганул сразу. Вот, смотри.
Доченьки? Да, мы еда. Что там мне скинул? Больше. Тоже какая-то игрушка. Что за игра? Сколько стоит? Платная. Платная? А, она еще не вышла, типа. Наверное. Вон летят чуваки. Летели точно. Бля, опять просадка пошла. Что они сделали, блядь? Почему пару часов назад нормально все было, а сейчас какая залупа? ТП 40% живой физической, а 40, блядь. Нихуя игра. Попал, блядь. Блядь. Он пошел за своим братом меньшим. Сбил. Тут ты напротив стоял, стрелял. О! Я, блядь, с этим станком нахуй два раза по ним попал. А я ни разу попал, слышишь? Я забыл, блядь, что у меня нахуй есть X2. Это самая высокая точка? Пока. Выше. Не полетели? А сейчас? Сейчас полетели? Почему у тебя руки оранжевые? Ебать, стой, ну-ка развернись. Ебать, а кто так напугал меня? Уху! Бонзай! Полетаем, блядь. Пошуми, блядь. Давай сейчас я давайте тело воду с грозы, и мы первое место забираем. Ты не лагал? Вон, айо. На вертушке? Откуда на шваль, ты видел? Короче, вот этих шумов попробую забрать. Пошли. Иди забирать, чем мы будем.
Да, блядь, как это возможно? Я и воздух развел, у меня нет. Залез? Да. Красавчик. Прикинь, блядь, я вот этот зуб положил, он меня. Да, блядь, я знал, что залез. Пошли, давай. Хуя, 25 километров, блядь. Вы что, за что я дохнул? Нет, мы вообще-то за два задания сделали. Чё мы вообще-то? А, вообще-то одно задание. Летали-то просто так, что ли? Да. Всё, у меня только града осталось. И всё. Даже ежедневок нету. Ну, а посмотри все задания, мало ли вдруг есть. Митя, чё-то готов? Давай, окружайся. Не, 7-7-7-7-7-7-7-7-6. Чё, куда? У кого? Диман, чё ты говорил, я не понял. Говорю, ночную карту не собираются открыть сегодня? Пока нет. Принимайте. Где я шкурку один? Я хуй знает. Я все равно их не выполняю. Все, бак можно брать. А у тебя, Дим, какой уровень? Я? Какой 23-й. 23-й. Следующий дадут бабки. Разве? Уже дали. 24-м должен дать. 24-м дали, ну. Одевала, блядь. По три шапки, нахуй. Перчатки почти, что ли. Маски все. Противогаз, блядь. Ваня, что-то. Противогаз вообще тема. Бля, противогаз, блядь. А маску сквозь лицо прорисовывается. Точнее, лицо сквозь маску. И пиш. Да. И как бы. Свитер бабушки не видали? А, посмотрите это, Christmas Carnival League. Под этими, под новостями, там красная кнопка такая, здоровенная. Daily Raffle. Ну, у меня галочка стоит. Единичка стоит? Слушайте. Один из семи. Да, один. Да. А должна быть двойка. Это что, типа ежедневная, да? Заход? Да, да, да. У меня в ТС-ку скину адрес, куда надо. Он, короче, в 11 часов по московскому откроется. А, кстати, этот. А сейчас сколько? Сейчас сколько? Вет, только 21:53. 2 часа. Час. Там обновление уже, короче, по ходу карты включит. Можно после этого перезайти и обновиться. Ну еще час, да? Да. Костя, у тебя сейчас сколько время? 21:53. Ну, говоришь, час. Что, пойдем на войну с крючками? А что у тебя, гроза или что там? Да, да я сейчас в походу выполню потихонечку.
Бля, давай только папырику меня убьют, и я пойду посру. Ну я просто в своем репертуаре подски. А вы чего не нажимаете? Давай, может, туда попробуем. Да не. Сколько секунд там осталось? Бля, давай резче. Короче, я сюда тогда и осрать. Сейчас сколько секунд? Три. Дима. Ебать, ты куда? Короче, можешь на машине доехать. Дим, сразу драпай нахуй оттуда, возле тебя один близко и трое далеко. Сейчас. Хоть возьмешь какую-нибудь, да, желательно грозу. Где? Ух, еба. Вот ночная карта вот здесь, например, вот через. Товарищ? Это ночная карта вот здесь. Это край зоны. Почти. Костя, где я кто-нибудь был? Нет. Не был никто? Нет. Дюхом с кожи нас. Ты вижу, что если никто не был. Я чуть полута, а не нахуй не вот так с ним валюсь. Ты сразу езжай сюда. Блять, место еще попытался уехать. А блять, залезть тут жена. Когда на меня ложись. Ебать ты посрать на. Ты быстро? А, да, Костя. А. Сразу Костя видно, запор. В смысле? Прямо, блядь. Быстро. Я ж быстро вышла. А, пацаны, вам ко мне. Ой, это жара? Крайние домики обнутрены. Сверху видите. Бля, короче, ёбус. Так, тут никого же не было? Крайние домики, вот ты, блядь, бежишь прям по ним. И этот тот дом. Нихуя это назовут, не, блядь, аптека лежит. Да, я знаю тебя, ты бы хуй оставил 8 микс. Да. И аптечки. 270 патронов. Перебор. А так можно крючка. Да. Фамос с X8, такое уебище, если честно.
А на грозу X8, как я понимаю, не ставится. Уверенно. Чик. Шикарный вид. Дима, как у тебя дела? Нормально. Я думал, ты спешно нас продала, заебись. Вот, да, да, вы еще не полетели. Я насчет жара. Может, кость до него пойдем? Жара проехала. О! О! Да? Затроил. Я бруми тебя не отключаю. Давайте 8 икс дам, если ты мне дашь 4 икс. Давай. Его дела смотрю. Кто-нибудь. Готов к такому обмену? Бля, мужики. Мужики, пацаны. Вот. Австралия. Да хуй там, я не отдам никому. Я тебя... А что? Ты шлюха, ну тихо. Мы залетали. Давай, да мы тебя погнали. Здесь вот. Ему далеко. Кость, я поехал куда него. Подгони. Не. На снопу надо. Лезу с хат. Эй, беги вот сюда куда-нибудь. Что, я? Можно сюда. Встретимся тут. Не, Костя, я все, я за полный. Мне только надо магаз на снопу. Давайте на олене там, встретимся. А где он, пикни? Сейчас. Ой, блядь, вот. Давай, Костя, я тебя один буду ждать. Кость, там война идет. Я не слышу. Перечи люк, да, вот сюда вот стоит. Я вот здесь просто слышу, подтягивайся сюда, там. Смотри, я где, я таря на сами. Давай сюда, пошел. Давай, поступимся. Подожди, у тебя будет какая-то патрона. Мне? Кому-нибудь нужны вообще? Мне нужны. Ну, что это будет? Тачка едет на меня. Сейчас я подкину тебя, да? Все, поехали. Я тут залутался. Поехали. Я думаю, что он меня не перезаряжает? Тут две молбанки сидят. Погать. Понятно, блядь.
Уокер. В дом не надо уже. Да, остановись. Отпусти, ты заедешь задом, сразу, чтобы приезжать. Один на первом скину. Надо куть на аэрку в магазине. Мне нужны 7 патроны. Вы. На вот тебе, блядь, 20 штук хватит. А, вот, кстати, это я тебе 200 дал. Твой любительский автомат. ВМ-ка, заебись. Бля, пацки, патры. Так, вроде смысла все. Нету. А да он по. Тоже. Сам. Где война была? Попыт? Нет, не было. Надо кому обоим тогда? Ой, не обоим, слушайте. Нет. Если хочешь, я тебе могу отдать, Костя, этот MPX. Нет, я уже буду сказать сам себе, если тут 5 нет, то буду шоком поставлен. Я говорю, я тебе его могу дать. Ну, у меня есть MPX. А. Давай, я тут чекну. Этим, опа. Опа. Я забирать меня? Я на кого нужен. Где ты ни хера тут, блядь? Пацаны, есть рукоятка какой-нибудь? Рукоятки нет. Ёва. Даже еще одной не хватает. Что, на них пойдем? Что, они там стоят? А, ну они где-то там, они, бля, в начале они города. Они в этом, блядь, снег там. Бля, у меня такое ощущение, как тот, блядь, на олене будет там в зону спущаться. На тебя, что ли? Да нет, скорее на тебя. Жалей, блядь. Азиаточка ебаная. Да, 25. Пересветим. 4, 33, 5, 6. 2, 30, 25. Полно Юр на воде. Кому Юр нужен? Да, нахуй нам, ты сейчас опять такой же сдохнешь, не надо. Прям под водой пропрыгали у нас. Погнали. Там вроде где-то вектор был в всех домах. Кто был? Вектор. Такой. Риз, блядь. Вектор, блядь, говори нормально, русский язык. Он там стреляет. Ты, я тебя спасу. Бля, почему такая просадка жесткая? Опять. Так, Кость, ну до этого же. Вот на крыше. Блять, мышки нормально шарить не буду взять. Будем его убирать. Угу. А, его уже убрали. Бля, вот опять поторопились, блядь, если бы ты умер, позже всех начинает. Вот это ушел туда, Костя. Старец тут улетел. Бля, у меня автоматик торчит, ну, как хуйня вообще. Вот здесь сидит этим говном, блядь, я ему старец дал. Давай на дом. Пикни еще раз, блядь, там хуй. Я ему еще хэд дал. Я у него че, блядь? Ты ему не сломал случаем шлем? Не знаю. Но у него башка вынырнула. Он один отдыхает, да? Да.
По кому жмешь? Я вот здесь. Ну я вот этого, который ты пикнул, я контр с этой стороны. Вон он бежал. Под дымом он бежал. Две тычки дал. Каир у людей. Пацаны, Аир. Грач тихо, они в воде. Пикни, пожалуйста. Чёешь? Пикни. Лодку херачни. Блять, куда? А. Во, уплывает. Ну, я потом сюда. Он в воде где-то. Во-во-во-во-во. Вот отсюда. Не-не-не. Вот где-то оттуда. Чё, со спины сейчас сломал. Нет. Вон он. Митя, подойди. Попал, охереть! Голографического стреляю вон туда, блядь. Блядь. Где-то там. Дайте пати. Пацаны, погодьте. Бля, у меня у самого галики. Я и самому думаю. Тебе какие нужны? Вообще на семерках. Бля, я тоже на семерках. Нет, я тут на семерках, не пятерка. Я Митяю 200 штук скинул. Митяю до сюда. Я погодьте. Пикните. Хорош. Это пацаны вон там где-то был. Слушай, может в полно пойдем лучше? Минута осталась. Давай сюда. Как он залез? Я пошел, затем сплаваю на дно. На дно? А далеко пусть не придется. Хера, блин. Я тут целку хотел. Не, есть там? Пойди, подвижу. Я прицел просто успел взять. Ничего больше не надо. Что дальше поехали? Вон чуваки бегут. Идем. Че, поедем? С ним? Я еще в воду прыгаю. Давай до зоны доезжаем и в воду прыгаем. И вот сюда вот идем. Че, прыгаем? Прыгай. Они уже там. Сразу ныряй. Видел их, да? Да. Вот это какой на стол вид. Да, вообще зачетно. Выбирайте без меня, да? Давай дом вот сразу займем. Вот ты пиздюк, а? Сейчас я легусь. Я одного там побить надо. Вон машина. Там же, там же. Дим, я там же одного, что там? Я понял, я лекусь. В дом побежали. Позиция говно. Ага, и вертолет на нас. По скидку делай. По скидку, было бы чем. Да тот придет. В доме здесь сидят, да? Да, в доме я двоих беру. Блять, вертолет прям на них.
Нас дома заберут, если... Костя, ты чё там? Костя, ты чё, до сих пор в зоне, что ли? Ты доползёшь? До зоны не доползёшь? Тебе чё, пытаем? Слушай, Костян, сдохнулись. Я пошёл. Блядь! Да, давайте. Да ладно, не залез. Да сколько народ тебя должно быть, да? Да хули, бля? Он бы нихуя не лез. Может... Говорю там, блядь. Нормально. Сука, мне там псы тормознули, блядь. Я бы проехал, тогда они уже к вам. Один бежит, блядь, другой на тачке едет, третий, блядь, с горы стреляет. Не, меня бесит этот хуйня, что не помогает. Чё, давайте выходим, там сейчас обновится 20 метров, да, это зимний будет, наверное, ну, начинает. Чё, уже? Ну, наверное, у меня стоит очередь обновления. Ну, типа, выйти из игры надо, чтобы обновилось. А чё, так оно не обновится, что ли? Нет. Чё, сколько обновляется? Дима, блядь. Да.